Один, два, два, один, три, четыре, пять. В один голос. Коли народишся і був ти малям, тебе на штанцях були сотні плям. Згодом підріс, почав дихати, ти батьки захотіли тобі кеди купити. Тільки сказав ти декілька слів, пішов ти в садок, там читав ти віршів. На черзі в житті у кожного з нас школа, вчитель, перший наш клас. Після одного ще 10 класів до універу. Багато знань запасні попереднє життя, так швидко пройшло навчатися у нас. Нелегко було, пішов працювати, але без навчання не забувати не було. Цих досягнень увесь цей процес передачі знання у нас називається навчання. Преподаватель очень нужна комиссия, хто не понимает, думает, не весело. Проводить пари без передышки, так кто уважайте труд и читайте книжки. Выкладач дуже важлива професія, хто не розуміє, думає легко і весело. Проведи 4 пари без передышки, так що поважайте труд і читайте книгу. Каждый учитель хочет от студента подачи в наше время. Это сложная задача, потому что далеко не все хотят учиться. К высоким показателям знания стремиться студенту лишь бегом в общагу на кровати. Отсюда на паре еще бы 5 минут поспать. Самое главное, что в холодильнике что-то есть. Но тут беда, 2 дня назад успели все съесть. Забыл голову и пошел на пары. Вот так и получается соленые сапары. Главное полностью не одуплить, как и не виду, чтоб тебя не спутали с другим животным видом. Ведь потом будет уж очень обидно, что знаний никаких у тебя совсем не видно. Студент, учись, чтоб не получить 2-2-2-2. Запомни мои слова. Выкладач, уже пошли во профессия. Кто не разумеет, думает легко и весело. Проведу 4 пары без передыху, так что поважайте труд и читайте книгу. Преподаватель очень нужная профессия. Кто не понимает, думает легко и весело. Проводи 4 пары без передышки, так что уважайте труд и читайте книжки. И читайте книжки. Спасибо. Один голос.